Чего-чего, а атак в этой игре было предостаточно. Не все, конечно, заканчивались забрасыванием в корзину, но точным броскам эти мальчишки только учатся. В перерывах короткий разбор полетов. Вот каждый из вас, проиграв дистанцию, получил уже забитый мяч. Для каждого из этих мальчишек тренер – царь и бог. Его авторитет придает ребятам сил и помогает справляться с поставленными задачами. Также результат зависит и от капитана команды. Я должен завести ребят, чтобы было желание играть, чтобы хотелось играть, чтобы был результат. Немалую роль играют и болельщики, особенно если это друзья или близкие. Родители Максима Гребенюка стараются не пропускать важные в жизни сына соревнования. Ребята растут, вот сейчас идут на равных. Вот, а так вот приходит Тимур Маратович, видно рост технический, все, команда у них хорошая очень. Спортсмены команды «Спартак» младше соперников на год. По мнению тренера, это хороший опыт. У нас команда экспериментальная. Это команда юношей 2007 года рождения. Мы играем по возрасту старше для приобретения игрового опыта для предыдущих, ну, последующих соревнований на первенстве России. И ребят просто, грубо говоря, обыгрываем для получения опыта. Несколько слов о соперниках. Одинцовский баскетбольный клуб был образован 5 лет назад. В первенстве Московской области этого года сыграно уже 5 игр. Пока мы идем без поражений, как бы цель, конечно, занять первое место вот, первенства Московской области, чтобы дальше пройти, дает выход на отборочные российские соревнования. О том, какие команды станут победителями первенства, пока судить рано. Каждый стремится к победе. Эта игра хоть и завершилась поражением видновского «Спартака» со счетом 45-61, наши мальчишки сделают все, чтобы выйти в финал. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.